Всем привет! Сегодня поговорим о новом OnEvent API, реализованном в пакете Flutter Block. Итак, новый OnEvent API впервые был представлен в блоке, начиная с версии 7.2.0 пакета Flutter Block. И данный API предлагал замену метода MapEventToState. То есть до версии блока 8.0 вы могли выбрать либо использовать MapEventToState, либо реализовывать блок с новым методом OnEvent. Но начиная с блока версии 8.0, метод MapEventToState был полностью удален. Итак, давайте рассмотрим, почему реализовали OnEvent. Во-первых, это повышенная предсказуемость. Из-за проблемы в Dart при работе с сложенными асинхронными генераторами, которые выдают несколько состояний, не всегда было интуитивно понятно, каким будет значение состояния, что приводило к неожиданному поведению, где состояние выдавало разные значения. Но эта проблема является редкой, но она имеет место быть. И, кстати, данную проблему воспроизвели на GitHub в Dartlang SDK под issue номером 44616. Можете самостоятельно изучить эту проблему, ссылку я оставлю под видео. Есть, конечно, способы обойти эту проблему, но один из основных принципов или целей библиотеки блок – это быть предсказуемой. Поэтому основная мотивация введения нового API – состоит в том, чтобы сделать библиотеку максимально безопасной в использовании и устранить любую неопределенность, когда дело доходит до порядка и значения изменений состояния. Во-вторых, это облегчить процесс обучения и упростить его. В отличие от Qubit, чтобы использовать блок, вам нужно знать о потоках и асинхронных генераторах. Поэтому вам нужно понимать такие ключевые слова, как async со звездочкой, yield и yield со звездочкой. Хотя эти концепции описаны в документации, они все еще довольно сложны и трудны для понимания новичками. И в-третьих, это шаблонность. Как вы можете видеть слева, блоку необходимо переопределить метод MapEventToState, в котором происходит настройка состояний в зависимости от типа событий. Но если логика обработки становилась чуть сложнее, то ее часто приходилось выносить в новые методы, как показано справа, где также нужно было выполнять настройку состояния и описывать некоторую логику. Было бы неплохо, если это можно было бы все упростить. Теперь рассмотрим, как использовать OnEvent API. К счастью, использовать его намного проще, чем MapEventToState. Нет необходимости использовать асинхронные генераторы, то есть async со звездочкой, yield, yield со звездочкой, как при использовании в MapEventToState. Кроме того, вы можете использовать метод emit, используемый в Qubit в чистом виде. Итак, сначала мы предоставляем начальное состояние в супер. Затем требуется зарегистрировать обработчик событий, вызвав метод on для каждого события, обрабатываемого в конструкторе, куда в качестве дженерика мы должны передать тип события, который нужно обработать. В этом примере регистрируются два метода on, потому что у нас есть два события. Далее реализуется callback, который принимает событие, event, и затем имитить его в качестве аргумента, ну и затем выдать одно или несколько состояний в ответ на входящее событие. Преимущество использования OnEvent API заключается в том, что проблема предсказуемости решена, поскольку состояния блока обновляются сразу после вызова метода emit. Во-вторых, разработчикам больше не нужно использовать асинхронные генераторы. В-третьих, стало проще перейти от Qubit к блоку, используя emit независимо от Qubit или блока. Ну и вы можете использовать Qubit, как и раньше. Изменения его не затронули. Итак, давайте теперь рассмотрим работу нового OnEvent API на практике. В прошлых видео мы разрабатывали вот такое вот приложение, где по нажатию на кнопку Load мы загружали список пользователей сайта JSON Placeholder. А по нажатию на кнопку Delete или Clear очищали список пользователей. В этом приложении управление состоянием осуществляется либо через блок, либо через Qubit. Но здесь используются блоки Qubit версии 6.0. С момента реализации данного приложения прошло немало времени. Обновился Flutter до версии 2.5 и выше, в котором добавилась поддержка Null Safety, а также обновился блок и Qubit до версии 8.0. Кстати, более подробно про работу с Null Safety вы можете узнать из курса «Изучаем Flutter» в блоке, который называется «Работа с Null Safety».
Поэтому в этом видео мы обновим это приложение под Flutter 2.5 и блок 8.0. Приложение у меня уже запущено, вы можете его скачать с репозитория, ссылка будет под видео. Итак, для начала давайте в файле pubspec.yaml изменим версию SDK с 2.7 на 2.12. А также заменим версию пакетов HTTP и Flutter блок на последние. И сохраним все это дело. Итак, у меня появились ошибки и ворнинги. Предлагаю все это дело подправить. Я начну с модели. Как видите, у нас модель содержит 4 свойства. Это ID и Name. Предлагаю первые два свойства сделать обязательными, а третье и четвертое свойства пусть у нас будут принимать null значения. Ну, к примеру, у пользователя вдруг может и не быть почты, либо телефона. И также наши свойства давайте сразу сделаем иммутабельными, добавив ключевое слово final. Итак, ID и name у нас будут обязательными, поэтому добавим ключевое слово required. А email и phone у нас будут принимать null значения. И если у нас в поле email или phone придет значение, то будем отображать его, а иначе сделаем их пустыми, если значение будет null. Итак, с моделью разобрались, теперь исправим прочие ошибки. Здесь HTTP не может распарсить данный URL, поэтому мы должны этот URL распарсить через конструктор ureparse. Так, в user state исправляем required. Foundation нам больше здесь не нужна. Также в user state у кубита убираем required. Так, перейдем в user list. Посмотрим, какие здесь ошибки. Так, ну здесь мы будем возвращать. Давайте sized box. Sharing. Здесь мы уже вместо блок будем использовать метод read. Так, ну и все, давайте я перезапущу приложение. Так, я его остановил и снова запущу. Итак, я перезапустил приложение. Давайте убедимся, что оно по-прежнему работает. Вот мы снова загружаем список пользователей и можем их очистить. Приложение работает, потому что оно сейчас использует кубит. А как я говорил, ранее в версии блока 8.0 в кубит изменения не вносились. Поэтому давайте мы изменим управление состоянием данного приложения с кубита на блок. Перейдем в файл userblock.dart. И как видите, здесь нам говорят о том, что метода mapEventToState больше нет в блоке 8.0. Поэтому перейдем на использование нового onEventAPI. Давайте я этот метод закомментирую. Итак, вот наш конструктор userBlock, который принимает userRepository. И вот мы методу super передаем начальное значение userEmptyState. И теперь нам необходимо в конструкторе вызвать метод on, в котором мы зарегистрируем первое наше событие. Итак, первое событие будет у нас называться userLoadEvent. Поэтому мы его передадим в качестве дженерика. И так как метод on возвращает future типа void, мы его сделаем асинхронным. И теперь в теле метода on мы уже будем имитить нужные нам состояния. И первое состояние, которое у нас идет, это userLoadingState. Поэтому здесь мы вызываем метод emit и передаем в него нужное нам состояние. И далее в блоке tryCatch обработаем остальные состояния. Это когда у нас будет состояние loaded и состояние ошибки. Итак, в блоке try мы сначала получим наших всех пользователей.
переменную loadedUserList. И далее вызовем метод emit, куда мы передадим состояние userLoadedState. И в конструктор данного состояния передадим список пользователей. Ну а если у нас появилась какая-либо ошибка, тогда мы будем эмитить ошибку. Ну и теперь осталось только реализовать еще одно событие. Это User Clear Event. То есть, когда мы будем нажимать на кнопку Clear, наши пользователи будут очищаться. Также вызываем метод on, в котором регистрируем наше событие User Clear Event. Делаем метод асинхронным. Так, и здесь мы будем что? Мы будем просто вызывать состояние user empty state, то есть начальное состояние, которое мы передавали в метод super. Вызываем метод emit, и сюда мы передаем наше состояние. Вот и все, мы с вами реализовали блок, который использует onEventAPI. Ну и теперь осталось переключить управление состоянием нашего приложения с Qubit на блок. Давайте перейдем в файл main. Здесь ничего менять не надо. Перейдем в файл homepage. Здесь мы получаем user репозитории. Возвращаем блок провайдер. Здесь мы возвращаем не user Qubit, а user блок. Ну и это можно закомментировать или удалить, так как я перешел с Qubit на блок. Так, дальше внесем изменения в widget action buttons. Так, здесь у меня используется user Qubit. Перейдем на блок. Так, здесь у меня будет context.read. Сюда я передам user блок. Так, этот импорт можете закомментировать либо удалить. Итак, здесь при нажатии на кнопку load мы должны обратиться к user блок. Далее вызываем у него метод add и сюда передаем наше событие. Давайте я его подключу. Событие называется userLoadEvent. Ну и при нажатии на кнопку clear обращаемся к блоку и вызываем событие userClearEvent. Так, и перейдем еще в виджет userList. Так, я тут нажал на сохранить, поэтому у меня выскочила ошибка. Перейдем в виджет UserList, проверим, что у нас здесь также присутствует блок. Так, здесь я UserQubit поменяю на UserBlock. Так, и принимать он должен state. Здесь у меня state используется от Qubit, поэтому здесь я это все удалю и подключу state, который находится в папке блок. Так, ну по идее все. Здесь у нас вот обрабатываются как раз наши состояния, и в зависимости от состояния изменяется пользовательский интерфейс. Итак, давайте я запущу приложение и проверим, что оно у нас работает. Итак, приложение загрузилось. Давайте нажму на кнопку Load. Вот подгрузились наши пользователи, и теперь я их очищу. Как видите, наше приложение успешно работает. Причем мы теперь можем спокойно менять состояние, то есть переходить от user block к user qubit, потому что у user block теперь мы используем метод emit, и также он используется и в qubit. Единственное, только при нажатии на необходимую кнопку в блоке мы используем метод add, передав туда событие, а в qubit просто обращаемся к методу либо fetch users, либо clear users.